Приключения были и у саратовских спасателей. Им пришлось ломать железную дверь в одном из домов на Чернышевского. Помощь вызвала хозяйка квартиры. Ее сын долго не открывал. Правда, диспетчеру послышалось, что пенсионерка говорила о взрыве. К удивлению соседей, тут же приехали взрывотехники и полицейские. Вскрыли металлическую дверь и увидели пьяного мужчину. Он лежал на входе в куче мусора. По словам спасателей, видимо, шел открывать дверь, но упал, ударился головой и заблокировал дверь. Мужчину увезли в больницу. Ну, я так понял, что это какое-то психическое отклонение, разновидность шизофрении, когда люди домой несут мусор себе. Вот. Как-то никто не мог решить вопрос, и, видимо, вот ЧП случилось, и приехали наконец-то.